С начала января в европейской части России были спрогнозированы сильнейшие морозы, а уже сейчас более половины территории нашей страны накрыло аномальное похолодание. Для последних 10 лет такое явление вовсе не рядовое. В уже прошедшем 2022 году не было выявлено ни одного настолько морозного дня. Так чем же вызвано негодование природы? Дело в том, что в настоящее время погоду нашего региона определяет арктический антициклон. Оказавшись на его передней периферии, к нам закачивается морозный воздух с акватории арктических морей. И этот воздух практически беспрепятственно по наикратчайшему пути проходит через наш материк, попадает на нашу территорию и создает условия, когда температурный фон ниже климатической нормы на величину около 20 градусов. Вот эта пятидневка станет одной из самых морозных январских пятидневок за последние столетия. Аномалии на огромных территориях европейской части России. От Калининграда до Дагестана на юге и Ярославля на севере. Татарстан также в этом списке. За несколько дней в разных регионах установлено 50 температурных рекордов. Дальше больше. Принесет стужу ультраполярное вторжение. Ледяные воздушные массы из Арктики прорвутся далеко на юг. Синоптики используют также понятие «обвал холода». Мороз в буквальном смысле обрушился с севера. Однако все имеет свойство заканчиваться, и леденящую душу и тело погода тоже. Возврата или приближение к климату климатической нормы следует ожидать лишь к концу недели, к старому Новому году. На смену вот этому барическому образованию антициклону обязательно придет циклон, который уже сейчас Атлантика нам готовит. Это обширный циклон. И, как правило, с циклоническим характером погоды следует и потепление, и облачная погода с осадками. В то время как сейчас и вот до конца текущей недели вероятность осадков минимальная. Следует отметить, что в ближайшую неделю эксперты советуют быть наиболее аккуратными и подготовленными к причудам природы. Но в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение. Так, ночью и утром 10 января ожидается сильный мороз. Температура составит от минус 31 до минус 36 градусов. Местами похолодает и до минус 41 градуса. Карина Саяхова, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.